Привет всем любителям трех пескарей. Хочу сказать пару слов. Меня зовут Сергеев Андрей Владимирович. Я дружу с пескарями уже более 10 лет. Помогаю им проводить соревнования в качестве судьи. Вот в прошлом году народилась команда «Три пескаря». Ребята, вот представители, вот Вячеслав, капитан и играющий тренер. Вот один из членов команды. Ребята пока не достигли больших успехов, но у них все впереди. Сегодня мне выпала большая честь вручить подарки, которые... Это рыболовные снасти. Частично мои, но основные снасти — это моего друга, старшего товарища, которого 3 года как нет уже с нами. Наконец-то его жена нашла силы разгрести это все и, позвонив мне, спросила, что делать. У меня родилась сразу мысль привезти на пескари и подарить. Часть пойдет молодым ребятам, которые должны познавать азы и учиться. Часть пойдет на призы. Прошу, чтобы пескари, вот у вас есть инвалидные соревнования для людей с безграничными возможностями, чтобы эти снасти пошли хорошим людям. Мой друг был отличным знатоком рыбалки, его знали многие. После него осталась книжка по рыбалке и статьи в рыболовных журналах. Ну вот, собственно говоря, и все. Пескари, я вам в дар отдаю. Только разберите это все. Здесь очень много хороших вещей. Спасибо огромное, спасибо. Здесь есть фидеры. И много поплавочных удочек, маховые, баллонские, и спиннинги, и катушки, и кормушки, и вся оснастка, и все, что нужно. Спасибо большое. Богатство. А вы, ребята, давайте ловите рыбу, не зацикливайтесь на фидере, потому что поплавок — смотри, Шимана Катана, например. Что поплавок — это очень интересная дисциплина. И на платниках не зацикливайтесь. Езжайте на дикие водоемы, в частности, канал имени Москвы, где ловил мой друг. И познал его вот и до. Его там гуру называли. Так что вперед. Благодарим. Спасибо. Продолжим.